Ребята, скажите, пожалуйста, вот только что закончились ваши уроки жонглирования булыжниками. Ваши впечатления? Да все супер, отлично. Отличное шоу. Отлично. Как вы считаете, нужно ли мне прилететь в Киев с этим шоу, все-таки прилететь в Киев с этим шоу и показать его всем украинцам? Конечно, нужно. Это, как вы считаете, укрепит ли вот мой прилет в Киев взаимопонимание и дружбу между нашими народами? Должно все укрепиться, все должно стать нормально после вот этого шоу. То есть зря меня не пустили на Украину 18 января. Конечно, зря. Конечно же, я тоже считаю, что зря. Должно увидеть люди, однозначно. И как вы считаете, все-таки мог бы я с этим номером выиграть главный приз шоу «Украина. Мои таланты 6» 1 миллион гривен? Все может быть. Все может быть. Попытка должна была быть. Да, попытка должна была быть, но меня ее лишили. Поэтому, в общем, делаем выводы. Кажется, со временем что-то наладится. Да, надеемся, что со временем все наладится. И тогда порекомендуйте вот украинским мужикам учиться жонглировать булыжниками. Всем украинским мужикам. Учиться жонглировать булыжниками. Снято, спасибо.